Итак, вы прекрасно выспались. Вам не трепали нервы ни дома, ни на работе. Вы полны сил, и сегодня на тренировке вы решили в последнем подходе на трицепсы сделать отказной сет. Упражнение по плану – французский жим лежа. Допустим, вы тренируетесь в одиночку, как и большинство остальных людей. Как же дойти до отказа, выполняя французский жим лежа? Согласитесь, это крайне травмоопасное движение. Казалось бы, без страхующего помощника тут никак не обойтись. Ну, а между тем выход есть. Вам нужно применить суперсет из французского жима и жима лежа. Когда завершите сет французских жимов, попусту не рискуйте, а сразу же переходите на жим лежа. И уж это упражнение добивайте до самого последнего отказного повтора. Второе движение вам поневоле придется делать узким хватом, а потому максимум нагрузки придется на ваши трицепсы. Таким образом, второе упражнение станет логическим продолжением французского жима. После отказа штанга, возможно, вас придавит, но это не беда. Вес ее относительно невелик, и вы легко встанете, сместив штангу на бедра. Ну что ж, больших и мощных трицепсов.